Надо в конфету, я здесь леденец несу, когда спускаюсь в лифте гулять пойду. Она у меня все время жертвая. Выпрашиваю. А если развернешь, да? Ну, как вкусно, скажи. Не знаю, что Жужа не ест. Вот, ну, не знаю, чего Жужа не ест. Ты чего, Жужа? Вот это да. Я думаю, ты дворовая собачка. А ты как дворянинка ведешь. Вон дворянинка-то, видишь? Между прочим, платье в красивом. Вот это как раз в таких условиях. Ты знаешь, что ты бы видела в деревне. У нее миска отдельно. Рядом с ее, где с постелью лежит. Ну, вот от деревни у них. И миски кошачьи. Так она к кошачьим мискам их даже не подпускает. Это тоже ее миски. Да что ты? Вот они, кошки придут с улицы, им тоже кушать-то хочется. Она их не пускает. Вот ты какая, ты посмотри. Этот, типа китикет. Хозяева их уехали по музеям и выставочным залам. Они все сидят вот у дверей. Ой, две мормышечки сидят, ждут. Это в своем сарафане. Он уже слез у нее. И Жужечка тоже, да? Ну, сидите, ждите. Что делать-то? Да, вот так она хвостиком. Эту-то погладить можно. Вот эту погладить можно. А та ведь не дает, та цапнет. Вот нельзя погладить. А эта гладится, ласковая девочка, дворняжечка, хорошая девочка. А та сидит, ой, не трогайте ее меня, королевишну. Да, да, Хаси, ой, ты моя хорошая тоже, ты красавишна кукольная. Кукольная, вот так вот смотрит, смотрит, недружелюбно смотрит, мне кажется. Ушки, видишь, как навострила. Да, Жужечка, ну вот сидят, ждут. Ну, ждите, до вечера ждать придется, а время только еще час. Они уехали надолго в Ярославль, пошли погулять. Да, Жужечка? Да, хорошая девочка. Ну, что делать? Ой, артистки маленькие. А ты-то куда побежала? Ты-то куда убежала? Она все время так. Она подбежит, а потом убегает. А, она игрушку тащит. Вот она, когда. Наконец-то дождались. Ой, Колёся. Ой, тата верещит. Может, погулять с ней, нет? Да, а мы сейчас сходим с ней, погуляем. Мы недавно гуляли, она выселась. Где-то. А, она выселась? Сейчас ну, назад. Чёрт. А? Ну все, ну все, ну все. В общем, наездились встретим. По вашему Ярославлю. Да? Че, все поняли? Знаете, куда и как ездить, да? Ну, на автобусах? Да. Что ты? Да. Так, ну что, Спартак, куда пошел? Рассказывай, где ты сегодня ходил, что ты посещал? Мы сегодня пошли в музей старинных игрушек. Кукол. Дом кукол, да, называется? Называется. Это к этой к масленице какие-то готовились, видно, они тут что-то, может быть, обсуждали. Мы к этому касательства не имеем абсолютно никакого. Мы заплатили, зашли и стали смотреть. Больше всего понравились ему миниатюры. Да, мне понравился трехэтажный домик, где две собаки и три кошки. Он читал даже, я так, конечно, не читал. Повар, брат, сестра, мама, папа. Там еще была миниатюра класса. Там было несколько человечков маленьких. Да, и маленькие-маленькие карандашики. Такие вообще малюсенькие. Ой, целая школа тут, да? Да. Целый класс. И еще там, ну, а были нарезаны, там были нарезаны бумаги. Это в классе. Учитель там был. И лесенка. Для тех, кто... Маленького роста. Ну, да. На доске писать. Вот тут так видно оно. Конечно. Там мальчик, и у него маленькая губочка такая. Да, вот. И как там написано, да? 1 сентября. Я почитала. На доске пиши, да? Да. И еще там есть маленькая миниатюра улицы такой. И там есть всякие... Ну, куклы-то еще одно. Самая маленькая куколка. Она всего 2.5 сантиметра. Вот черненькая. Сидит на стульчике. Маленькая-маленькая черненькая куколка. 2.5... Ой, негритенка, да? Негритенка. У нее ручки, ножки, все вертится. Она сделана из фарфора. Она даже меньше, наверное, киндер-сюрприза. Она старинная тоже. Это старинная. В общем, это в Ярославле находится. Около набережной Волги есть такой музей. И вам очень понравился, да? То есть советуете сходить гостям, да, нашим, кто приезжает в Ярославль. Девочка очень, я думаю, понравится. Девочка. Вот ему понравилось, мальчику. Да, можно сначала купить магнитики и в конце.
конце купить. Надо. Ну, там много сувениров можно приобрести. Это самая старая куртка для этого. Куртка опять, господи, да что? Кукла самая старая, 1850 года. О, это германская, да. Ух ты. Ага, куклы в основном импортные там. Ну, как это, странно. Современным языком. Англия, Франция, Германия, в основном вот их. Там и США еще есть там куклы. А США объяснили, что это выходцы из Германии. Да. Просто они переехали в Америку. Да, вообще вот это у них культура, там я прочитала текст, в Европе. Где-то вот, может, там с 16-го, даже не 16-го, а с 15-го века начали они вот эти создавать куколки разные для Матрон. Кто, конечно, любит такие изящные вещи. Очень. Там даже мужчина был с женщиной, молодые. Ну, лет по 35. Ну, я поняла, тоже они, наверное, пришли посмотреть тоже в музей. То есть даже зимой можно куда у нас здесь ходить. Интересные музеи. А потом вы пошли куда? В ресторан, да? Там рядышком находится. Очень понравился вам. Как он называется? Да. Мамука. Мамука. Вот, грузинский ресторан. Там даже приезжают кто? Ансамбли, да, известные, какие? «Руки вверх», потом что еще говорите? «Отпетые мошенники». Отпетые, ну, конкретно видите? Сейчас там репертуар у них, анонс был. Написано, да? Там группа написана была. То есть вот тоже рекомендуем, ну, в этот ресторан. Там детская комната есть еще. А, то есть и для, с детьми тоже очень хорошо побывать в этом ресторане. И кухня хорошая, вкусная, вам понравилась, да? Конечно, там цены такие приличные, но это стоит. Кухни, да. Но я считаю, что стоит сходить. Угу. Так, и подарочки. Какие вы нам принесли оттуда еще? Вот посмотрите, какие подарочки. Спички для бани нужны. Вот видите, да? Спичек в бане не будет. Так, еще пасту-то вы же... Это небольшой презент. Это, чтобы удобнее выдавливать, или крем-краску, когда ты вот голову красишь, или из тюбика зубную пасту. Или просто крем. Обычный крем, да. И еще можно, я сам не могу открыть. Она новенькая, И залеплена... Вот оно идет штучки. Как бы в придачу. Галя у нас работает в салоне красоты. И нам в как цивильном. Бы дают такие презенты, потому что мы краску покупаем, Астель, у фирмы. И вот нам такую дают, такие ключики золотые. Вот такие ключики. Вот тут вот как раз прорезь, да? Прорезь. Туда вставляется тюбик и крутится. Крутится. Тюбик. Так, а салфеточки ты какие-то еще? Куда ты их повесила, а да? Я уже их испробовала. Я провела, да, и они сушатся. Сушатся все нормально, салфеточки? Ну, вот видите, очень удобно, очень экономно. Получается, все выдавливает прямо до... Да. Это просто новый тюбик, а вот когда его мало пасты, очень экономно он полностью все выдавит. Вот видите? Еще я могу сейчас сказать лайфхак. Если пасты в тюбике осталось мало, то надо просто обратно... Вот так вот тюбик провести. Выдавить вот таким, да. На боковинке какой-нибудь, да? На ребрышке. А еще так можно делать кетчупом и майонезом. Вот так вот. Похвалы только пока. Ну ладно, в общем, еще салфеточка. Она специально для стекол, да? Да. Вот, и хорошо вытирает все разводы. Надо ее намочить. Салфеточку-то, конечно, она где висит? Или где? Она определенно тоже сделана технологией по определенной, что разводов не оставляет. Ее слегка намачиваешь тепленькой водичкой и протираешь стекла. Вот сейчас даже попробуем. Давай. Вот где-то разводы, вот видно, да? Разводы. Да, вон у меня разводы, а я психую всегда. Сейчас она вот эти разводы очень хорошо убирает. Но тут у меня роста не хватает, надо мне со стремянки или с тубаретки... Просто а надо вытереть влажной, хорошо выжатой тряпочкой. И все будет. А Галя у нас все видит, все эти разводы. Она у нас блюстительница порядка. Она в своем салоне наводит чистоту, блеск, красоту. Посмотрите, уже развод. Нет, были. Здесь-то, может, и не видно. Есть, вот я вижу, да. Нет, не отсвечивает. А тут вот были разводы, видно было в камере. Вот да, так, видите? Век живи, век учись. Вот такой еще подарочек. Эту тряпку в ленте можете купить. А, у нас в ленте она есть. Она сейчас в акции стоит где-то около 150 рублей. Вот так вот, да. А так она 500? Ну да, в фирменных магазинах они очень дорогие, вот эти тряпки. Это моя новая паста. Ой, вкусняще. Ну ладно, молодцы, съездили не зря. Эти переживали, две собачушки. Сидели, ждали.
А как приехали, показали мы, как они тут визжали. Все нормалек.